Лена назначила на пол первого сюда. Маленько пораньше приедем, не опаздывай. И на 12. На пол первого, на первого перевела. Постойте, сейчас мы побеседуем немножко. Андрюша, ты-то еще хранишься. Боец самый главный. Так, внимание, это будет некоторое объявление и кое-что нужно разобрать. Деревенские ребятишки, вот сюда все встаньте, вот от места. Все до одного. Лагерные сюда отойдите. Мы один раз закончим. Вот туда подойдите все. Все туда, Веня, в одно место встаньте. Дело вот в чем. Мы фактически на одной территории, говорится, одно муниципальное управление. Дети разные, с разных сторон. Я не вижу, а где у меня этот Егор-то? Вон он идет. Вон он идет. Егор, поскорее, пожалуйста. А раз они разные, поэтому в разном месте они не встречались никогда до этого. Давай туда. Вот туда, встань. Вот это у нас приехал на неделю из Канады. Вот представьте, только первый штрих делает до Амстердама, через океан перелетит, севернее Америки. А оттуда второй самолет до Москвы, третий до Барнаула, а тут уже специальный курьер Сергей Павлович на машине встречает его там в аэропорту и сюда везет. И мы ничего о нем не знаем. И отец сразу опять улетает обратно, уже его нету. Ну, с батюшкой встретился, то другое. Ясно, что для нас он совершенно незнакомый. Но на него уже положила глаз Лена. Подойди поближе, чтобы я слышал. Так, заяви. Я, может, коррективу внесу. Что ты хотела сказать? Я попросила, чтобы нам его выделяли на один час в день, чтобы он нам английском, ну, детей получил английском. То есть он учится на английском, в английской школе, а там, ну, ясное дело, что у него знания есть эти. Ну, вот мы проверим. Первая проверка будет завтра. В какое время? С 2 до 3 каждый день. Значит, на послезавтра желательно, чтобы было в 11 утра. Нет, обед. А во сколько у вас обед? 2? Послезавтра, во вторник. Это мне нужно, чтобы в 11. Потому что в это время должна приехать комиссия. А мне детей надо убрать, а потом оттуда я их возьму. Тут план целый составленный. На 11 объяви детям. Это одно. Как вот проверишь его сегодня-завтра, там видно будет, пойдет он учить или нет. Дайте учебники, Евангелие, что там считать по-английски. Второе. Дети приходят и играют. От наших детей, лагерных, я начальник детского лагеря, нету ни одной жалобы на потеряевских. Это благодарение Богу и родителям. У меня особая благодарность Вене. Он приходит там. У нас площадка, там заросло, не можем найти. Он пришел и все выкосил под качелями. Ищи, говорит, не своей пользы, а другой. Ну, просто рассказать, как это дело было. Но от потеряевских обвинения в адрес их есть. И обвинение такое я уже слышал от родителей. Играют в футбол, я не вижу этого ничего. И они матерятся. Я немедленно сделал расследование и не нашел ни одного случая, ну,
не могли все договориться лгать. Девочки, вот они перед вами, верующие, прихожане нашего Крестовоздвиженского храма. И никто не слышал. Поэтому снимите с них это обвинение, что они матерились, или докажите, что дети, играя с вами, матерятся почем зря. Ну и прямо конкретно указывали. Андрюша, где он у меня? Подойди сюда. Главный обвиняемый. Он, видите, очень спортивный парень. Он больше всех подтягивается, ползает. Он... Давай. Степа не сказал, что матерились во время футбола. Степа сказал, обзывались во время футбола. Мне говорили, мне сказали. Вам сказали, что матерились, когда в келе ложились спать. Это другое, мне сказали другое. Я поясняю. Кто не снимается? В первую очередь, мне нужно снять обвинение или подтверждение, что во время игры в футбол этого было. Не было, дай бог, чтобы не было. Ни одного случая мы так не оставим, без наказания. Я вчера предупредил. Если это подтвердится, в этот вторник уедешь совсем. И больше никогда сюда не приедешь. Он второй год у нас. Он так настроен, парень. Мы идем в столовую, а он где-то заляжет в траву и ползет. Это уже прирожденный альфа. Он, может быть, в охране президента будет. Там не требуется больших грамот, но надо уметь повернуться, и так проще. Ищет, где повороться ему надо. Так я говорю, Андрюша. Ну тут все. Ладно, обвинений никаких нету. Домашние кели мы уже разобрались. Второе. К нам люди приезжают. Приехали с Горного Алтая. Хотели посмотреть, как они побыли с сыном. Сын Евгений был. Я их вчера всех из Канады, у меня на пруду работали. Там Северный пруд, Катафенский называется. Это не южный. Там нам помог Алексей, навалили, поработали. Сегодня они все уехали. У каждого там что-то взято, билеты и прочее. Ну, помолиться надо будет, чтобы вы, я называю вам именно Константин. Это его отец. Эти были Николай и Анастасия. Все с батюшкой встретились, сын Евгений. И еще. Вчера позвонил один человек. Вот я скажу, малыш. Что такое малыш? Насос. Фамилия, обыкновенная фамилия. Он долго собирался приехать, звать его Роман. Он там все накупил, и сварочный аппарат, и все. И тронулся в путь сюда, в Потеряевку. Ему разрешено приехать. Деревенское собрание тут будет решать, как, что, ну... Все улажено. И он будет ехать примерно 5 дней. Но он сказал, пока на легковой. А? Пока на легковой машине. А груз-то где у него? Там останется пока. А ну, даже не допонял я. Я этого не слышал, мне передали. Помолиться. Роман, фамилия его Малыш. В семейной там ситуации еще не все устроено. Жена против. Мама одна, ему взять надо. До этого где-то у него сын большой есть. Ну, то есть требуется молитва. Особенно опасно, когда через Урал переходим, там есть одна площадка, государство насыпало, но там и перехватили какие-то. Всю ночь они там колготятся, машут там, чтобы заехали, тут же деньги с них взимать, а машины идут, они не могут остановить. А мы остановились, они сразу к нам. Я вышел с ураганом, они попятились. К нам не прикасаться, отойдите. И вдруг выходит мусульманин, мальчишка лет 16, встал творить намаз. Они к нему, он сразу смотался и нет. То есть... Очень опасное место. Если он, я думал, с грузом он едет. Такая площадка, а там внизу как городишко, видать, огромная такая насыпь. Там ничего, оборудования нет, ни воды, и туалет старый. За него помолиться. Дальше вам, чтецы. Вас еще никто из архиереев не бил ни разу. А меня попало от него. Вот представьте, меня вызвали в Ташкент, архиепископ Варфоломей. Ну и я там немножко побыл на пенсии, отец Василий. И вот меня архиерей начинает испытывать. Вот возгласы делать громче. Я начинаю паки-паки. Ты можешь громче говорить? Куда громче? Это у меня глаза вот так. Еще громче, он меня жезлом. Не можешь, ну значит, не получится диакона. Сразу придется священники, говорит, ставить. Вот такое дело. Вам надо побывать там. Вы не напрягаете голос. Другое дело, у человека бронхи больные, не может. Ну, считай, не для одного. Пользы ты, слышал? Для всех. Я стою рядом до порога. Ну, ты глухой. Ну, не совсем глухой. Я стою намного дальше в Покровском соборе и все слышу. Что тебе доказывать? Доказывать еще не надо. Не то, что акустика. Так они считают задом к народу. И я все слышу. Значит, их учат. Я уже неоднократно говорил. Протопопа в вакуум. У него храм стоял на том конце деревни, где пруд.
И когда он проповедовал, на другом конце села было слышно. А село это не Потеряевка, село это поселок. Это какой же голос был? Был такой человек, который хотел стать оратором. А тогда не было, чтобы радиоприемники там расширяли. Он демонстрирован, голос слабый был. Но я очень хочу, все видели, он талантливый. Он затронет струны сердца. И вот он брал камушки в рот, для чего я не знаю у него. По берегу моря ходил, чтобы перекрыть шум моря. И стал первым в стране самым главным оратором. Греция – это страна ораторов, философов. Демосфен. Ну, чтобы запомнил Демосфен, это Марина Демосфеновна. У нас была такая, уехала. Куемчуде Плотникова. Считайте громко, внятно. Вот ты, допустим, Игорь, считаешь, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй. Это для меня больное место. Считайте так, как считает Игорь Дубунов. Он не смотрит. Батюшка, да, вижу, он в алтаре, батюшка прямо ему. А он считает, Господи помилуй. Господи помилуй. Господи помилуй. То есть батюшка с ритма сбивается. Он не слышит. Но это именно то, где я могу зацепиться и подумать, в чем я виновен. Богу не нужна наша трещотка. Григорий Чудотворец говорит, стрекочите, как говорят, сороки. А на монахинь говорит, черные галки. Как гуси друг друга пхаете. То есть перед тобой люди, которые ничего не знают, может быть. А ты для Бога, для этой пользы ищи. Вот сегодня считали Златоустом, кто ищет свои только пользы, подвиг делает, посты, ничего не получит. Как братья Карамазов, Федор Карамазов говорил, ничего. Почему? Какая от него польза? Никому. Ну вот человека высшее образование, академия. Пошел в монастырь. Мирское образование, университет. Пошел в монастырь. Мертвая зона. Мертвая зона молчания. Как вокруг Гитлера, вокруг Сталина. А у него талант. Он мог людей привести. У меня нет никаких других образований, кроме строительного техникума. Но я тебе сейчас начну подряд показывать. Приехал из интернета, познакомились. Эти откуда? Интернет. Эти откуда? Сейчас интернет идет. Вот весь край это мой. Она откуда приехала? Этот. Любого покажу, не считая родственников. Любого. И которые едут, и которые уехали. Почему? Бог умножает талант. Потому что не прятал его. Вот они поехали сейчас, нагружены Евангелиями. Попросили Евангелие сколько-то. Нагрузили, у них подвески машина не держит. Новые заветы, все загрузили, они теперь работают где-то. Теперь новые души пойдут, Златоуст говорит, а ты положил начало, все тебе награда будет. Так вы позаботьтесь об этом. Ты в храм пришел с сегодняшнего дня, я приду в храм, дома потренируюсь. У меня нет коровы, но сепаратор меня не заглушит. Ну что здесь такое, что у тебя будет? Голос мой будет звучать, и... ну можно что-то говорить. Чарльз Спержен проповедовал ложкам. Готовит проповедь. Король проповедников. Самый неприятный человек для Фридриха Энгельса был. Потому что у него была популярность. Король проповедников. Ему проповедь говорит. Он поставил ложки на окно и начинает. Итак, вас сделали только для своей пользы. Нет. Вы должны и другому что-то уделять. А вы только к себе тащите все. К ложкам. А там трое на троих сообразили, под окном сидят. Один стой. Он услышал, понял, что про него говорит, а как он знал, узнал, что такое. Ты только глядишь себе в рот затащить, ближних своих не видишь. И он оттуда с обратной стороны зашел и стал верующим, обратился. А он ложкам проповедовал. Ты говори так, чтобы, говорит, у тебя зубы звенели и ложки гремели. Вот мы услышали о пользе. Самое обвиняемое на земле сословие монашества. Все сделали, чтобы проповедь не звучала. Батюшка был в Греции. Идти в храм, разговаривать нельзя. Отдельно пришел в келью, разговаривать нельзя. Сели за стол, разговаривать ни одного слова нельзя. Молчание золото, золото. И вот в этом золоте все погибло. Страна неверия. Потеряли все. Если бы проповедовали, а Мухаммад умер в 632 году, 2 миллиарда мусульман были бы православными. Вот что теоретически могло быть. Миллиарда. Какие они ревностные, какие они религиозно талантливые. Это один вопрос. А ты возьми коммунизм, фашизм, масонство возникли, что не проповедовали никогда.
Когда масонам проповедуешь, они обращаются, каются. У меня было в доме, коммунисты сжигали билеты. Комсомольцы сжигали билеты в печке моей. А я-то какой? Кто я такой? А представьте, на это вышел бы митрополит Алпеев, там Иларион или патриарх Кирилл. Сколько людей бы? И вот там вспоминает один какой-то атташе. Атташе советского, где-то, кажется, в Швейцарии. Я знаю Кирилла Гундяева, это патриарха сегодняшнего, давно. Прекрасный человек. Он также любит горный спорт, мы на лыжах там, все. А корреспондент говорит, ну а о Боге? О Боге? Никогда. Никогда ни слова. То есть он во всем прекрасный, но мирской человек. И это говорят и пишут в газете. И человек расположенный, не то чтобы дискредитировать патриарха православного, нет. Он говорит, как есть. Его фотографии, его можно, говорится, взять и сказать, да патриарх не умолкал, говорил тебе о Христе. Ну нет этого. Каждого из нас Бог спросит, с чем пришел, где зарытый талант. Перечислил по сегодня Златоуст всех, которые жили не для себя. Я начну здесь по порядку говорить, где ты пришел через занятия, этот пришел через интернет, этот услышал. Ну вот он стоит, Игорь Валентинович, где он услышал? Аргументы и факты. Почему? Заявление подали. Стоит Екатерина Игоревна, откуда? Одна семья. Понимаете, вы по неволе ниточки будут идти сюда. Так, повторяю, у меня нет образования никакого. Я предполагаю, каждый из вас в десятки раз большую пользу может принести. А что ты о себе говоришь? Так говорит Павел, подражайте мне, как я Христу. Не молчите. Сказали, не тараторь, Господи помилуй. Одно только вот это возьми, раздели, Господи помилуй. И сам задумайся о Господе. Больше трех раз не надо бы повторять, ну это есть. Так называемое апостольское служение, по которому мы служили сегодня. Сколько оно заняло время? 45 минут? Сейчас. Это сербское служение с литургией, с патриархом. В Сербии 45 минут, самая длинная литургия. Патриарх служит. И как? Это нет, что как нас встречали, хлеб, соль. Он идет, один пришел, зашел, встал на клирос и поет. Патриарх Павел. Ну, можем примеры взять из жизни, которая... Ну не в прошлом столетии была, рядом с нами. Вот это что, павлиньи хвосты, такие у архиереев были, ходили за ним пажи, как английская королева. Ну не было этого. Ну и ты понимаешь, закрой глаза. Ты должен услышать проповедь. Вот мы во вторник будем решать, как поступить с детьми. Кого давать, кого показывать, кого нет. На 11 назначь, они будут здесь, а дальше уже решится. Вот они у нас были на неделе. Приехала комиссия, 4 человека, там разные госнадзор, там что, и они в лагерь к нам не попали. А почему? Ложная, надуманная причина. Я показал это. Они написали, понятые, то есть подсудимый я уже, все. Я говорю, какая высшая мера наказания мне? 500 тысяч рублей. А из-за чего инициировала все Тимошина мама? А она, жалобу разведенная, сына присудили мужу, а она теперь бьет его, а что бьет, непонятно. Ну, лагерь закрыли, а куда он денется? Отец 10-го только приедет. Она разведена. Почему ты не говоришь, что ты бросила сына и ушла к чужому? И называется на букву Б это. Почему ты умолчала? А этим только да, они без дела сидят. Дети утонули где-то. Там 14, тут разбилось 10, тут 7. А теперь 98 под капельницами лежат. У нас этого нигде не было. Там они не расследуют так, как у нас. Но сейчас я не могу закрытые двери держать. Указание... федерального инспектора, как его раньше называли, представитель президента Российской Федерации по Алтайскому краю. От него указание. От него и там еще по образованию, тоже по Алтайскому краю. Тут двери открыты. Почему? Это внеплановая проверка всех лагерей, то есть не нашего лагеря только. Поэтому я скажу, ходите. Для вас было все открыто. Я им сказал в прошлый раз, приглашал 11 раз, и они не зашли. То есть бумагу сначала подпишите, тогда зайдем. Я говорю, вы системные люди. У вас душа-то есть или нет? Для вас обед приготовили. С утра мы все подметаем. Ну с чем мы подметали-то? Как одна дочке сказала, доченька, ты сегодня шею вымой, говорит, у нас гости будут. А если не придут? Я как дура с мытой шеей буду сидеть. И мы тоже все подметали, никого нету. На кухне показать.
костер показать, где купаются, где спят, где играют. Я посчитал 7 мест, где занятия идут, где фильмы смотрят. И вы ничего не видели. Этот раз, пожалуйста, будут показывать воспитатели. Я уже не пойду даже. А зачем мне? Получается, я заискиваю, что-то ищу перед ними. То есть я думаю, какой план. Вот они придут дальше, как вести. Помолитесь, чтобы мне не ошибиться. Правильно распределить роли. Мне это очень нужно. Потому что это поучительно. Такого лагеря, как наш, вообще нигде нету. Нету, вообще нету. Приезжают воспитатели, они, это вы делаете, и вас не трогают, не трогают. Ну, в первую очередь, встают в 5 утра. Ваши-то не встают в 5 утра. 5-то утра. Дальше. Ежедневно 4 раза разборка. Кто кого обидел, сказал или что-то. Полное. Мы заботимся, сея семя для будущего. Вот у меня мальчик тут один, я его не вижу. Подойди сюда, Миша. Я к примеру скажу. Мама говорит, позвонила, подойди, побежи ко мне. Хороший мальчик, он приехал с сестренкой. Так, фуражечку сними, я тебе покажу одно дело. Так, ты в алтаре прислужил там? В алтаре прислужил. Ну, я говорю, у нас хватает. Повернись назад. Вот посмотри, вот у него как есть. Вот эта вот косичка сзади. А почему они у тебя косички? А кто тебя подстригал? А? Ну ладно, надень шапочку. Дело в том, что это мода. Своей русской песни. Это не просто так. Я сегодня только увидел, он стоит. А другие, которые мальчики ходят, у них только вот здесь косичка. Здесь пострижены, и дальше идет косичка. Это все снять. Это мир. Мир уже прицепился, он так тебя не оставит. А иначе его своим не признают. Должен быть такой, как все. Мне сегодня вот... Сегодня только по интернету пришло. Почему священники носят косички, как бабы длинные? Еще я могу сказать. А ваш батюшка точно так же. Я ему уже говорил много раз. Вы поговорите. Ну срежь ты косичку. Зачем она тебе? Зачем? А бороды нет, говорит, вот такая вот, говорит, чуть-чуть. В интернете мне пишут и наступают на меня. Я не могу ответить даже. Батюшке подходил, он отмалчивается. Если мужчина растит волосы, это бесчестие для него. Мужчина, ты мужчина, священник или нет? Ну посмотри на иконы. Сидит Иоанн Златоуст, у него стрижка, как под бог раньше называлась. Никаких косичек. Святитель Христов Никола, ну все иконы, и старобрядцы так рисуют. Одинаково. Это все пришло где-то лет 150 назад. А почему Самсон? Да какой же ты Самсон-то? Подкаблучник. Баба командует. Матушка заворачивает, главное-то. А ты ее не можешь укротить. Я, к примеру, говорю, не о своих, где-то там. В другом государстве, в другом тысячелетии. Какая тебе косичка? Ты таскала, чтобы матушка тебя за косичку? Ну, маленько как-то, о чем я говорю, это примените. Чтобы нам нареканий никакого не было. Вот у нас приехал человек. Хотя подойди-ка поближе, чтобы тебе видно было. Скажи, какой ты национальности? Украинской национальности. Вот маленько задержалась. Сегодня я проведу по воспитателям. Закончила университет. Интересные специальности такие. Я их даже не слышал раньше. Ладно. Вот. А как узнать ее? Ну, говорят, она принимала крещение. Не знаю. Тогда все говорят, а, это та, у которой коса. Повернись ее косу. Ну, то есть ее по косе. Ну, по-другому, как ее выделить-то из других? Катя у нас еще одна стоит, красавица. Так что... Я говорю, ты будешь воспитателем, проведу. А меня они вряд ли будут слушаться. Будут. Сказала она, воспитатель, значит, она поведет и будете слушаться. Так, мы готовимся к встрече во вторник. Дома помяните нас в молитвах, когда придете. Сегодня я четверых почти поставлю воспитателями. То есть они были рабочими, перевожу. Мне дано право по нашему уставу, ни с кем не советуясь. Но мы решили запротоколировать. Елена Анатольевна придет сюда, и мы проведем собрание свое лагерное. Ну и Виктор Николаевич остается по-прежнему старший воспитатель, потому что нигде не написано, если женился, то все должности снимают с него. Нет. Но временно исполняющий, полностью ведущий, это Владимир Александрович Пащенко. Остальные воспитатели, чтобы нам было что сказать. То есть... Мы обдумываем, как сделать это безболезненно, чтобы не было обидно и в то же время не было назойливо. У них свои правила, и мы должны придерживаться этой игры. Раз это от президента, тут вопросов нету. Почитайте царя. Мы должны это все сделать. Так, я гляжу, вчера сестра Любовь Александровна
она наших ребятишек свернулись. Она их как квочка над ними. Другой подошел, держит. Сегодня видит, там кто-то убрал, только стоять. Стульчик не нужен убрать. Те и другие сделали правильно. Это увидела, что уж засыпает, а это насильно садит. То есть надо, ну, маневрировать в этом деле, смотреть, что полезно. Эти вот они пятеро, все из одной семьи. Сообщили, что ребенку, который шестой родился, с пороком сердца, операции пошли нормально, выписали из больницы. Как ее звать? Ксения? Анастасия. Анастасия? И вот это прижала Анастасия. Это их сестренка меньше. Молились, и вот ребенку Бог дал жизнь, шестой ребенок. Как Бог велит. Так. Я благодарю, что вы остались. Я до конца не довел этот разговор со своими-то. Значит, не запрещено. Я им вчера запретил играть в футбол. Вообще. Но оказывается, ничего этого не было. Блокада снимается. С деревенскими как встречались, так могут встречаться и играть. Раз обвинений никаких нет, и смотри. Есть у них красав такой, дед Маза и Зайц. И смотри, косой не попадайся. Когда он дал ему стрекоща Зайцу с лодки-то убежать. Вы это услышали. Эти уезжают, уже 10-го приехали из Москвы, прилетают. И все это через интернет, вот которое. Интернет. Я раньше письма писал, показал, по газете пришел один и дальше другие. А это интернетное. Поэтому у нас очень много роликов, 5100 роликов только наших стоит. И там каждый день бывает. Вот была комиссия. Ну, 3 дня прошло, 1700 человек. Мамонтова смотрят, да, говорят. Другим говорят, милиции, посмотрите наши. И они теперь эти приезжают, тоже нас теперь снимают. Но у них аппаратура слабенькая, не такая. И они боятся, как бы еще ни сказали. Она, я не знаю, раз 6 или 7 руководителей звонила куда-то, справлялась. Что делать дальше-то? Им не задавали такой урок. Я заведу вас туда, но только оставьте документы здесь. Они это не проходили. Я их приглашаю, они не идут. Почему? А я в костюме. Я говорю, сними костюм, я тебе другой дам. Она погоны держится. Говорят, при коммунистах был большой штат администрации. Сегодня в 4,5 раз больше. Всем дали должность, приходят, расписываются, и никого совесть не судит. Я знаю человека, у которого большая должность была. Он пришел, первый сказал, получаю деньги зря. Пользы от меня никакой нет. Все. Мы в свое время здесь... Когда приезжали раньше, первый секретарь райкома партии, это первое лицо в районе, первое, Куфаев. У нас о нем хорошее мнение, он дал нам слово, что не будет мешать. И когда были здесь прокуратура, я сказал, она говорит, так он в тюрьме. Нет, вы ошиблись, он замглавы администрации края по сельскому хозяйству. В тюрьме сидит. Я в интернет зашел, ба, правды. Он сына своего пристроил. Сын уже 2 года сидит. Ему дали, кажется, 3,5 года. 450 миллионов сняли денег, миллионов, полмиллиарда, которые были назначены вот таким, как Игорь наш, труженикам сельского хозяйства. С банком там что-то связано. Получил реальный срок, уже отбывает. Первое лицо. Я скажу, что у коммунистов люди были хорошие, и он один из них. Но так как веры в Бога нет, и представилась возможность, вот этого контроля коммунистического строгости нету, и они потянулись туда. Сыну дали 6 лет, Игорю. Сын уже сидит. Ну, батюшка только одно сказал, надо разузнать, где он, и посетить его. Он нам не мешал. А мешали когда, это вообще нельзя было сдвинуть с места. Он приехал, осмотрел. Ну, берите другое село, там инфраструктура сохраненная, там электричество, дороги. Мы сказали, это наша родина. И вот для меня это было... Ну, представь, первое лицо посажено. Губернаторов сажают. А эти, которые пришли, а я по поручению прокурора. Я говорю, сегодня прокурор, а завтра под топор. Что ты меня им пугаешь-то? Кто он такой прокурор? Такой же человек, и так же ошибается. Генерального прокурора Российской Федерации Скуратова убрали. Его спасло то, что у него защищенность это. Специально для них это дается. Если это ошибка, то они сажают их, а увольняют. Вот что я вам хотел сегодня сказать. Заботьтесь о пользе другого. Монахи не заботились, пошли на виселицу. Пришел ГУЛАГ, 100 тысяч, как не бывало, срубил. 200 голов по 3 этих епископских снесли коммунисты. А они бы были верующие. И когда такое было,
красноармеец один там, он охранял первый все патриарш этот собор был, когда патриарха Тихона избирали. И он говорит, ну разве так учат в Евангелии? То он, проходя мимо красноармейца, а красноармеец стоит, крестьянин обыкновенный. А не, что мы читали его, мы только крышку целовали. Так и ахнул. Ужас какой. Мы только крышку целовали, чтобы у нас не получилось так. Ежедневно заниматься. Сегодня занятие. Можете привести детей. Занятия на час назначены, да? Как я слышал. Ну вот, какие у меня к вам известия. Я считаю, что мы с детьми разобрались. Слава Богу. С миром Божьим. А вы же как начальник лагеря, можете просто приказ, вы знаете. Нет, это не